Подлодки способны выпустить более 1500 ядерных боеголовок, что гарантированно уничтожают США и все страны НАТО. По принципу «зачем нам мир, если в нем не будет России?». Суммарно, российский ядерный потенциал самый мощный в мире. Сейчас вся российская триада переведена в особый режим боевого. Забрать территорию Украины, ну, землю, ну, территориально Украину забрать, а украинцы, идите нахер, куда хотите. Это я просто не хочу кое-что говорить вслух, но это то, что вчера было озвучено. А твоя страна, опа-опа, и занят. Ну, задеты патриотические чувства. Ну, особенно украинцев, конечно же. Когда Украина говорит, а то мы сидим в бомбоубежище, мы не знаем, когда там будут. Вся российская элита, где все их дети? Ракета попала в частный дом из Фейска-Борщевой.